Варя Анетонденко. Значить, в мене є авторська угода на видання перекладу з ілюстраціями, абсолютно жорстко закріплена. Значить, я маю на це право. Значить, інше видавництво розміщає переклад тексту, не мого перекладу, значить, в своїй хрестоматії. Згідно закону про авторське право, я не можу довести, що вона порушує право це. Тому що там є таке, що вони можуть розмістити в певному об'ємі текст для учбових цілей. Так, тут нема процентів, тут довести неможливо це. Так. Але вони розміщують без ілюстрації. А в мене згоди чітко, не можна було тільки з таким ілюстраціям, тільки в такому. Я можу зробити експертизу і довести, що вони порушують право. Не за текстом, а за формою. Вони викинули ілюстрацію. Давайте по поводу иллюстрации сейчас отвечать не буду. Сейчас я сходу отвечу, это будет неверно. Я с таким вопросом не сталкивалась. Я лучше воздержусь от ответа. Значит, по поводу, я поняла, о чем вопрос. Вопрос о использовании, да, бесплатном, безоплатном, да, хрестоматии для учебных. Да, для учебных целей. Да. У нас еще есть тоже там статья относительно цитат. Значит, при таких спорах мы руководствуемся, как бы, там есть оговорка, в обсерде, в умовленному метою, поставленную метою. Да, значит, там если полный текст размещен. Полный текст размещен. Да, без указания копирайта переводчика. И мне отвечают на мои официальные запросы, руководствуются именно вот этой статьей. Я поняла, здесь все-таки больше правовой вопрос, чем экспертиза. Там экспертизу не на чем проводить. Я не готова ответить. А формы, иллюстрации? Это же форма нарушена. В угоде абсолютно четко написано, ничего нельзя делать. Да. Кстати, именно это ставит дело в акцент на это. По поводу там, автор имеет право, да, или владелец авторских прав имеет право там, препятствовать, использовать перекручивание. Да, там нельзя вообще ничего делать, только с этими иллюстрациями, только в таком размещении. Ты просто скажи, что это, такие люди пусть. Нет, разговор про маленького принца. Разговор про иллюстрацию маленького принца и про использование иллюстрации в книге. Ну, знаешь, мы его издали. Наверное, мы не нравимся. Интересно, в чем вы издали ее купили? Гальвария. Да, Гальвария. Вопрос, я не могу доказать. Я решила этот вопрос в правовом поле со всеми другими издателями, кроме издателей хрестоматии. Давайте я сейчас не буду на него отвечать, я, наверное, сейчас немножко задумаюсь. Вы понимаете, на сколько объектов авторского права мне даже не по всем приходилось проводить экспертизы. Не только нет, где мы все. У нас есть объекты, по которым вообще одна экспертиза в Украине была, и вообще даже судебное решение не было вынесено. О чем мы говорим, можем говорить о какой экспертной практике. Да. Поэтому молодой человек давно, можно я отвечу? Да. Короткий пересказ большого текста, выполненный не тем же автором. Текст другой, фабула та же. Действующий текст та же. Охраняется только форма. То есть это другое художественное произведение? Он сам создал новую форму. В принципе, смотрите, данная картина, сколько их было? Я насчитала 8 раз. Ну, понятно, еще учеников там не было. Вот. Идея одна и та же, а воплощали ее многие авторы. Поэтому, если взята чья-то идея, не охраняется. Очень проблемные моменты бывают, кстати, за рубежом это урегулировано. Не то, что урегулировано, это сложившаяся уже практика на телевидении, да, вот по поводу сценария, да, оригинальной идеи. Идея там такого-то, такого-то. Идея продается и нам, и мы пойдем, идея снимаем и сериалы, и передачи. Вот. Но у нас как бы не охраняется идея. Вот, да, идея не охраняется. Поэтому тоже как бы сложившаяся практика, да, вот